Ну, что можно о них сказать? Давай скажем честно. Ну, коммунисты, демократы, понятно, у них общая койка уже, все. И, кстати, в прошлом году перед парламентскими выборами я вас предупреждал, дорогие, ну, вот, избиратели. Я предупреждал, если вы голосуете за Воронина, вы голосуете за Плохотнюка. Я даже говорил вам. И люди думали, Данил Воронин, ассоциирует Шамари Парк, что он там платит на урм. Они оформили брак еще в прошлом году. Сейчас только делают, идут в регистрацию, чтобы вы знали. То есть, да, девушка уже должна родить, они еще не зарегистрировались. Ну, прошло 9 месяцев, надо регистрироваться. Поэтому идут регистрироваться, чтобы вы знали. Поэтому...